Всем привет. Оперативная съемка. Вовремя додумался включить камеру. Наше состояние вроде становится получше, но башка почему-то у меня болит. Сын сказал, что хочет кушать, поэтому я тут. Пора скинул мыслями, что тут есть по сусекам, по шлеп. Есть овощная смесь. Оттаивает сейчас кальмар. Тут у нас кипит вода под макарошки. Тут у нас готовится тара под жарку всего этого овощей кальмара в масле. Соусом терияки. Думаю, может, что еще добавить томатной пасты. Ребенок, ам-ам-ам, вот это вредно. Ам-ам-ам, жди, пока папа сейчас приготовит быстро. Дамир, это вредно, ам-ам-ам. Вредно это, ам-ам-ам. Что там? Ребенок выпросил, я ему, короче, сделал вот эту лапшу с паприкой и с солью. Все вроде уже можно. Ёпка. Тем временем отец начищает, омывает это, все это потрошит. Я на самом деле кальмар делаю второй раз. Один раз делал его на гриле. На гриле он получился еще резиновый. И его особенность приготовления там вообще несколько секунд. Его нужно шпарить чисто, и все, он типа готов. Поэтому будем экспериментировать. Сейчас вторая попытка. Не знаю, как его правильно резать. Я делаю типа ломтиками его. Не знаю, как филешки. Ну, как-то так сейчас это выглядит. Кальмар вообще такая специфическая штука, интересная на самом деле. Ну, в общем, нежная, но склизкая, вот эта кожица слазит, когда и внутри какая-то как пластик, структура у него, типа хребет. Вот это хребет его, вот он. Он как, ну, целлофан, попрочнее немножко целлофана. И его очень сложно приготовить, но если суметь его приготовить, будет очень вкусно. Если я почувствую вкус. Не, вроде... Кальмаром пахнет, пахнет, пахнет. Просто не все продукты еще, ну, запах ощущаю. Но сейчас я обдам его немножко в масле подсолнечном. Хотя пытаюсь на самом деле избавиться от употребления вообще подсолнечного масла, перейти на другое там. Вредные омега-6 семечков, арахис и так далее. Что он ему еще полезен, поэтому задумаюсь о составлении каких-то списков продуктов, которые будут больше пользы приносить. Короче, вовремя залез в интернет за подсказкой и там сказал, что 1-2 минуты его всего лишь варить. Но я не уточнял, что делать, если забрался его в кипящем масле, как бы варить. Ладно, мы его сейчас выловим, сложим пока с макарошками, тут же сделаем овощи. Так, мы пока перебазировали сюда это все дело, а здесь у нас красивейшие наши овощи. Это стиральная машинка включает, запускает, тут все стирки, готовки делаем, да, уборки, все. Еще я туда добавил столовую ложку, даже полторы терияки и столовую ложку томатной пасты для кислинки. Ну, вот, сочетание, думаю, будет интересное. Солить больше не солил терияки, она соленая. Вот, макароны у нас посоленные, лапша. Посмотрим, что будем подсаливать, что делать. Вот единственное, чего тут не хватает, это простого перчика красного. Достаточно неплохо стало запахи чувствовать. Вот, но кальмар я там стопудово прям вот чувствую. Все красиво выглядит. Свет, наверное, на кухню стоило бы включить. Как думаете, да? Я тоже так думаю, что надо было бы его включить вообще. Почему я его не включил сразу? Но так бывает. Вот она, бурлящая наша смесь. Так, к сожалению, ну, а может и к лучшему, что много воды, вот, но оно как соус будет, как раз смешался там у нас терияки и томатная паста, и вода из кальмара стекла, оно кальмарчиком пахнет там. Кальмар, я надеюсь, мы вовремя достали, там его пару минут тушил, 2-3 минуты. Если его на 2 минуты буквально передержать, то будет все, еще пропало, кальмар будет невкусный, он будет резиновый. Мое творение. Супер творение, просто готово, вот вы только посмотрите. Это божественно. Вот так вот у нас подача такая интересная. Натали с Аджикой кушает, еще как. Божественно. Не, на самом деле, как кальмар получился? Кальмар вообще мягенький, нежнейший просто. Со второго раза получился. Первый раз мы резиновый сделали, мы не знали, что он вообще секундку там закидывается. Единственное, соли не хватает. Я посолил, кальмар просто как надо вроде. Но вкус я не чувствую его. Или потому что я его все-таки передержал,
или потому что просто еще не чувствую. В общем, мы не знаем, вкусно ли это. Это должно быть, наверное, вкусно, но мы не знаем, вкусно ли это. Вот. Потому что вкуса мы не чувствуем. Ну, по идее, должно быть вкусно. Где-то что-то проглядывается. Соли однозначно тут не хватает. И нос сморкал. Еще отрывай бумажечку. Давай, папа подержит. Давай. Давай. Ой. Ой, сморкал носик. Ой, сморкал сам носик. Фу, да. Тут практикуем игры. Интересно. Папа ищет именно развивашки всякие. Сыпь муку. Молодец. Да. Нет, теперь водичку надо налить. Да, наливай водичку. Молодец. А теперь миксером мешай. Бери теперь тесто. Вот у нас в духовку ставь. Молодец, ты умничка моя. Мы сейчас склад сделаем. Будем складывать. Ты гараж хочешь сделать? Да? Получается здание красивое, смотри. Да. Так. Стой, вот так вот. Опа. Если несовместимо у Лего, мы видишь, что сделали. Вот так вот. У нас склад такой, да? Угу. Гараж. Что, тоже страшный? Нет, не страшный. А Дамиру тот не понравился, потому что у него зубы там, клыки, как у вампира. Да вот это тебе не понравился? Зубы, потому что там такие, да? Да. Страшные зубы? Да. Выкинуть ее? Да? Давай выброшу. Все. Да, все. Да. Так, тут мы построили базу, гараж, на который загружаем яички, наши трещалы, да, и возим их сюда. А ну, вот этот смешной получился? Этот больше не страшный? Давай, забираем. Неси его сюда. Загружай, загружай, зверюшки ждут поставку. Да, яички ждут, зверюшки. Поехали. У нас тут бизнес же. Будем делать бизнес. Будем делать бабки. Что, да не страшный он? Ты чего? Он же смешной такой. Хи-хи-хи смешной. Повезли. Тут авария у нас. Под БелАЗ попал КамАЗ. Давай, выгружаем. Смотри. О, яички можно крутить, смотри как. Вау! Вау, папа придумал, да? Вот не валяшка такая. Упала? Да, трактор приехал к нам. Загружаем в трактор яички. Давай. Давай все загружаем сюда. Давай, поднимай, поднимай, держи. Опа. Держи, держи, чтобы не выпали. Держи. Давай, загружаем теперь в машину, давай. Да. И поезд едет у нас. Давай, и поезд приедет. Транспорт специальный привезет. Будем сейчас тройкой заниматься, да? Ту-ту! Да. Папе помочь тебе? Да. Ты сам умеешь. Дамир уже сам научился. Он у нас трусиках гонцает. Сам научился одевать, снимать их, садиться на горшок. Все, теперь когда хочет, терпит и идет на горшочек. Мы сейчас будем памперсами редко пользоваться теперь. Да, па. Да, редко будем. Только на ночь будем одевать, да? Да, па. Да, только на ночь, да. Так, давай футболку одевать. Футболку давай одевать.
Надевай футболку, типа, что значит мне? Поймал на болевой. Все! Попался, запнёк! Попался! Где? Где Ай? Не гуляй! Аккуратней только. В общем, к нам еще не пришли делать анализ, Даймир уже пришел, результат положительный, так что все подтвердилось, что у нас ковид. И этот. Но наш результат, наверное, уже отрицательный будет. Но на ребенка есть результат. Меня там что-то зафиксировали, те, что работаю. Но может быть какой-то, может, карантин на работе буду делать по этому поводу. Хотя у меня уже были случаи, несколько человек болело на работе. Ограничили чисто круг лиц, с которым он общался. Отправили их тоже на больничный, на всякий случай. И все, зову дальше работу. То есть все вот так вот у нас сопровождается утро. Кстати, вместо молока добавляем не молоко в кофе, еще подлить, наверное, мне немножко. На самом деле оно заменяет молоко целиком полностью. То есть кофе приятно пить, тем более есть разные сейчас новые линейки. Называется Бариста, как раз таки для изготовления кофе. Они с миндалем, с кокосом, с соей там. Не помню еще, какой есть. Но с кокосом неплохо. Да, с миндалем классно тоже кофе пить. Соевый, ну, соя там, она почти безвкусная. Но она, фактически соя, она как овсяная, как рисовая, не молоко, короче. Кофе сочетание именно, ну, одинаково. То есть различий особых нет. А вот кокосовое и миндальное уже дает какой-то такой аромат кофе. Вот привкус миндаля, кокос, короче. Папа тебя держит. Что за крикун маленький? Да? Крикуняк маленький. Кто кричит постоянно? Сладить будешь? Да? Будешь сладить? Нет. Нет. Аккуратней. Нет. Я так поглядел от него. Папа, бойся. Че, папы нету? Тут нет никого. Пробрался. Ну че, я пробрался, маленький. Мама, ты папу будешь. Что? Зачем кричал так? Ты зачем так кричишь-то? Ой. С утра сейчас всем взбудоражишь мозги своими криками. В общем, пока мама отвлеклась на звонок, папа пока делал заставки для Ютуба в фотошопе. Смотрите, что происходит. Папа, она толка. Короче, был чай, Наташа себе сделала. Да, я ребенку сделал хурму, нарезал.
Наташа сделала себе чай. В итоге ребенок замешал хурмень какую-то, да. И еще, походу, с макаронами, да. Вот это, ты думаешь, сочетается вообще макароны с хурменью с твоей и с чаем? Сын, что за хурмень ты устроил тут? А? Жопа. В общем, взрослые врачи вообще к нам не спешат, что мы четверо суток ждали сначала просто терапевта, и сейчас до сих пор нету по поводу теста. Ну, вообще, в принципе, тест нам уже бессмысленно делать. Ну, скорее всего, может, даже они не придут. Вот. Но у нас есть по Дамиру справка. И, собственно, если у Дамира, то и у нас то же самое. На арбузика хочешь? Да? Ёбка маленький. А покажи мне, где гуси. Смотрите. Седло. Чтобы вы понимали, вот, да? Хочешь прыгать? Подниматься? Да. И будем иго-го делать? Давай. Причем оставили специально маме тоже макароны поесть, но, кажется, оставили там всего немного. Вот. Ну, на этот случай есть еда. Выход взрывается, что-то вы слышали. Ну и вот что у нас получилось. Мы присыпали немножко это еще этим кунжутом, зелень. Чай с лимончиком. Опа. И маме в постель. Отец! Монтажные работы тут ведет. Отец, молодец! Осторожно, ноутбук, сынок. Ставутька. Ко всему ему надо в тарелке. Так он есть не хочет. А вот когда кто-то ест, за милую душу. Будешь? Осторожно. Нет? Что, мандаринку чистил, что ли? Да? Ой, ты какой молодец! Почистил уже? Да, мама, да. Да? Дашь папе мандаринку? А папе? Ты папе мандаринку? Спасибо. Фотографировать тебя? Да. Улыбайся мне. Ты что делаешь на столе-то? Смотришь на папу? Давай. Да, ти. Давай. Улыбайся. Да? Смотри на папу. Ну, зёбка. Смотри на папу. Дамирушка. Сегодня уже вторник, в понедельник, мы дождались. Тише, тише. А мне хочешь на ручку? Ну, когда мы обиженный весь кричит, я ему говорю: Дамир, нормально себя веди, пожалуйста. Нет, не буду. Я говорю: ну тогда иди в угол. Ну это просто на словах, то есть он. И он такой раз расстроился, пошел туда. Мы, короче, 2 дня уже ждем по поводу теста. Уже и того в совокупности больше недели прошло. Плюс еще минус от первых симптомов, как бы уже ничего вообще не покажет нам. Странно, да, будет, что у нас будет отрицательного ребенка положительный. Ну ладно. Отец по сусекам раскреп, сделал тут с томатной пастой, короче, с сыром и солью, с сахаром. Сейчас будет омлетик делать. Также я в морозилке нашел блинчики с творогом. Ну, в общем, заживем. Я думал, есть дома нечего.
Вот, и, кстати, неизвестно, как вообще нам поступать в данном случае. То ли есть определенное отведенное время, когда мы можем выходить в магазин, то ли нам вообще не стоит выходить. Ну, по идее, там вообще мы не должны даже быть заразными, но официально как бы да. Но хотя мы не знаем. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это говорится. Ну, если бы мы знали, как бы, переносим ли мы дальше болезнь или нет, заразные мы или нет, можно ли выходить, нельзя выходить, кому вообще за продуктами ходить. Я по состоянию уже такой, что мне еще несколько дней, 2-3 дня, я готов буду уже работать в полной мере. Вроде состояние отпустило полностью, только усталость осталась. Ну, если что, у нас будет подмоги. Вова, вот, он себя прекрасно чувствует, у него никаких ограничений нету. И, кстати говоря, он сейчас должен будет прийти к нам. Вот. Так как он уже переболел, антитела у него есть, он может не очковать. Я, кстати, за время пребывания дома почти не пил кофе, но обычно в последнее время я очень много кофе пью. Кофе мне как-то все равно тонус бодрость придает. Вот такая красивая штука, она пудринка, все блинчики. Молодцы, идем маме отнесем кушать. Да, мама. Открывай, открывай. Все. Все. Мама, да, мама. Маме тут. Мама, да. Балуете вы меня, ребята. Ой, приятного монтажа. Ну вот это чисто наш вариант мужицкий. Все. Даже ну, самый некрасивый все и так далее. У нас обычно всегда так, то есть даже Наташа мне постоянно там украсит, там прям ресторанная подача, а мама персик перфетто, а себе как наложит, так наложит, как бы, да. Вот, накладывает как бы без украшений всяких, а для меня там украшает, старается там что-нибудь облагораживать делать, и то же самое я, то есть мне, ну себе пофиг, что наложит, как оно будет выглядеть, главное, чтобы оно было вкусно. По 10 раз на дню мы стол выдвигаем этот и убираем туда воду, которую Дамир проливает. Мама, иди, мама, открывай. Мама, ты, давай. Я вообще не без слова, я ничего не говорю. А? Я вообще ни слова не сказал, сижу и не стою. Мама, не, мама, ты. Я знаю, как ты переживаешь за, по этому поводу. Да. Вот, вот цаца, все вокруг должны сидеть. Да? На горшке рядом все должны. Отец тут систему Никель придумал, да? В общем, ребятки, уже 6-й день, как, после того, как к нам пришел врач, не приходил к нам никто делать тест. Хотя нам сказали, что они обязательно все равно придут, когда мы перезванивали. К Дамиру уже пришли дважды брать тест. Уже второй раз сегодня взяли. Сегодня опять было капризер. Да. Вы видели, как вообще ловко этот парень умеет? Сейчас уже, ну, 4-й день, как они должны были именно прийти. То есть в понедельник они должны были прийти, сегодня уже четверг. Вот. И с расчетом того, что врач у нас был в пятницу, еще были выходные дни, как бы того 6 дней. Мы тут бабушку катаем на тракторе. Да? Пришел наш спаситель, кормилец. Принес нам продукты, выгулял босика. Да что за сметанные ванны этот, Дамир? Очень смешно. Что это такое? Дамир, кто это сделал? Дамир. Разве можно так делать? Все, папа забирает. Нет, я все забираю нет. У тебя. Не буду, да. Я все забираю. Так а что ты натворил? Я тут? Задам. Все, отойди психи свои, оставь себе. Видите, как она решила сделать пол? Ну что? Да, я открыла пачку, и она рассыпалась все на пол. Давай, мыль. Папе бороду мой. Давай, ну смывай водичку там. Ой, ну водичку смывай. Ты же намылил мне уже. Давай, моя рыба, мое солнце. Мыть папе бороду. Ну, котеночек маленький. Там мыло уже столько, что не счесть. Может, мы смоем его, а то папа сейчас уже глазик начнет петь. Дамир, мне на все хватит, мой. Все лицо будешь мыть. Так. Не носик надо помыть. Аккуратно, аккуратно. Дамир. Все, хватит, надо смывать. Не надо уже мыло, сынок.
Мать спасай. В общем, ребятки, уже дошло дело к пятнице. Этот влог мы тянули специально весь промежуток времени, когда к нам кто-то должен был прийти. Никто не приходит. Итоги такие, что нам уже легче. Ребенку уже сделали повторный тест на ковид. И за неделю к нам никто не пришел делать тест. И никто не знает, что да как. Поликлинику не дозвониться. Медсестра говорит, что передала все данные и уже дальше, ну... Это не в ее компетенции, она ничего не знает, все передано, не знает, почему к нам не пришли, горячая линия по ковиду зафиксировала тот факт, что к нам никто не пришел, но как бы к нам все равно никто не приходит. Вот откуда смертность такая, да, по ковиду. Так, сын, запомнил, как ты делал со сметаной, теперь так же сюда, да? Все, раз, два, три, давай, ты будешь первый, мужичок, пробовать, давай. Горячо еще? Ты чего? Да. Давай тебе вот тепленькую найду. Такую, которая тепленькая. На, вот. Давай, папа, подумай, давай, давай в соус. Запахи-то я уже чувствую. Давай в соус. Давай, соус макай. Соус макни. Соус. Вкусно? Ням-ням. Да, макай в соус. Сюда макай. Картошечки, да. Вкусно, Дамир? Ага. Барон картофельный. Выбирает еще. Мама. Ты знаешь? Дамирка. Послушай, а ты знаешь, что завтра? Да, когда ты утром? А ты ну не горячее. Сынок. Ты хочешь подарочек? Да. Подарочек хочешь? Новую игрушку хочешь? Да. Сынок. Хочешь новую игрушку себе? Нет. Да. Сынок. Тебе завтра придет Святой Николай. Тоже. Так тебя же снимает. Вот, Дамир, завтра, когда проснешься, обязательно загляди под подушечку. Потому что к тебе придет Святой Николай и принесет тебе подарочек. Папа, представляешь? Мой святой Владимир, который за ним Мама. А интересно, что он тебе принесет за подарочек? Не знаешь? Так, это. Что он тебе принесет за подарочек? Так, это. Что бы ты хотел?